Население всех городов, поселков, сел, населенных пунктов поднялось на борьбу с фашизмом. В этой войне погибли миллионы, десятки миллионов наших сограждан. В тылу, на фронте, от мала до велика сражались все для того, чтобы победить фашизм. Для того, чтобы мы с вами на этой земле родились, для того, чтобы мы жили. И наша задача, в частности, сейчас с вами, сделать все для того, чтобы то, что произошло 75 лет назад, это страшное событие, не повторилось. Анапские полицейские отдали дань памяти погибшим в годы войны минуты молчания. К мемориалу возложили свечи и цветочные корзины. В ночь с 21 на 22 июня в России загорелось 27 миллионов свечей. Именно столько жизней унесла самая страшная война в истории человечества.